Молодой человек, можно я умоюсь, а, пожалуйста? Можно отсюда уйти? То потом опять буду говорить, что все в шерсти. Так, половик не трогай. Не трогай половик. Блин, почему я все время говорю половик, а не коврик? Что за это деревенское название? Что за деревенское название половик, скажи? Половик, половик, половичок. Девчонки, оставляю ссылку. Вчера на Озоне все раскупили, эту пудру. Вы мне сейчас просто директ взорвали. Где еще можно? Сейчас на Валберис вам оставлю здесь ссылку. Цветан, ты прекратишь это? Ты посмотри на него. Видишь, кстати, да, нормальный человек, нет? Да ты прошелся уже по моей кофте новой. Ты еще черную такую купила, как зеленую. Вам понравилось. Вот, смотрите, как. Радовала, мне пишите, Ксения, наконец-то джинсы по размеру. Ребят, не понимаете, что я вчера сожрала. Именно сожрала, не съела, потому что это был какой-то ужас. Сначала шоколадки на тренировке, потом салат, потом рис. Приехала домой, съела суп, потом съела еще два пирожных и все это запила газировкой на ночь. Наконец-то джинсы в пору. Мясо режь. Ну, режь мясо, давай. Это же Юра, режь. Юрок. Ой, мясо какое у нас красивое. Даже Ленка заставили резать, смотри. О, Ленка профессионально. Профессионально. Смотрите, какую Наташа красоту сделала. Называется кулебяка.
И Марусенька помогала, да. Теперь мы не знаем, как... Наташ, ну на этой оставь, тоже красиво. Я не могу понять, чем моя-то хуже кулебяка была история. Там такая красотища. Рассказывай, почему у тебя Балтика 0 стоит? А Ленка теперь на рекламе с Балтикой. Плотная. Раки и Балтика. Только исключительно. Раки, Балтика. Жаник, что ты там делаешь? Колбасу складываю. Я с ним... Можно я за оператора буду сегодня? Как перестать снимать этот красивый стол? Вы оценили? Посмотрите, как это. Сейчас еще мясо у нас будет. Сегодня она безе. Секретиками делюсь. Красотка моя. Ну, да, была смотрит лед. Подруньки. И обнимитесь, подруньки, мои любимые. Я хочется обновиться, взять второе дыхание. Мы его поедем. У нас супер гарнир к мясу. Так, красота. Цветная капуста, запеченная с пармезаном. Ну ты моя хозяюшка любимая. Девушка. Lockdown party. Девушка. А, ты не видела. Девушка, вы коньки одели? На деле. Да, вообще-то на деле. Одели. У нас в Грузии говорят. У нас в Грузии так говорят. У нас сейчас Новый год. Я когда-нибудь никогда сделаю... Все, у нас практически Новый год сегодня. Пришел. Главный просмотрщик. Ты знаешь, я не представляла, что я шабрена так не умею. Я думаю, что и тебе зрители со мной согласятся, что это было очень весело. Вы были невероятно смешные. И это было ощущение, вы как бы демонстрировали, мы катаемся не очень, но у нас такое настроение. И это настроение передается. А поскольку у нас все-таки... что вот с этой программы вам надо было начинать, заявлять себя как пару. Тогда бы все по-другому пошло дальше. И это то, о чем мы и говорили, что нужно очень подбирать образы под свои возможности, да? И почему я поставил 6-0, объясню. Потому что я просил скорость на одной из программ. Вот тебе скорость. Просил, чтобы Ксения немножко хоть сама покаталась, а не только висела на Диме. Пожалуйста, сама покаталась. Просил, чтобы волосяками не трясла в конце. Не трясла. Поэтому вот все 6-0. Поздравляю с первыми такими оценками. Все, что у вас есть, вы делаете. И вы делаете очень неплохо. Но это не есть этот танец смешной. Я так чувствовала. С таким отвращением. Не успела выступить, уже такую красоту подарили. Очень красиво. Очень красивый, да? Нереально. Секрет? Секрет.
А чего же ничего не осталось? Все съели. Было очень-очень вкусное мясо. Но оно было. Спасибо местным шашлычникам. Были невероятно смешные. И это было ощущение, вот как бы вот он, вот он, вот он, этот торт, который мы так ждали. Еще и кекс, посмотрите, ребят, просто нереалка. Еще и трубочки. Наташ, ты просто дива. I've buried my love to give the world to you. The brightness of the sun will give me just enough to bury my love. Самых любимых отечественных фильмов. Да, участникам, которые сейчас выйдут на лед, будет не просто соответствовать ожиданиям жюри и зрителей. Но кто не рискует, только без шампанского. Знаете, Алина, и правда, очень высокий. Это... Пожалуй, сделаю птичку. Кому еще? Все мне. Жан, тебе надо? Конечно. Ну, давайте... Ребят, я только что съела вот это потрясающее птичье молоко. Но ты не только это съела, давай честно. А что еще сделала? Курицу, мясо, рыбу. Очень вкусно. Ответного сообщения от своего оператора с просьбой подтвердить ваш голос. За подтверждение плата не взимается. С полными правилами вы можете ознакомиться на сайте Первого канала. Для нас парни увидели сегодня кто-то из этих дуэтов. Сегодня благодаря Дмитрию Соловьеву или студийный Виталий Новиков может покинуть проект. И теперь все зависит от вас. Мам, я тебя очень люблю, спасибо огромное за поддержку. Сегодня здесь две мои доченьки, Маруся и Теона. Они очень-очень ждали вас. Вам понравилось? Ну, слава богу, самое главное. Я желаю... Дайте острые тревоги, не словно кукла Барби на витрине хочет главную роль. Просто вот так выглядит человек, его разбитые колени. С синяками. Ах, это ужас. Какие красивые цветочки. А почему не подписано от кого? Очень красиво. А где девочки?
куда мы сейчас, ты покушаешь, куда поедем? В баньку. Ты рада? Так как локдаун сумели заказать только на 9:30 вечера баньку. Сама решила разобрать все? Нет, мама сказала. Бабушка сказала. Правильно, молодец. Так, а в шкафах разобрать? Ой, как здесь тоже. Чистенько. Да, кстати, странно. Ну, отсюда что-нибудь вот поставь. Смотри, у тебя идет три фотографии. Ну, вот эту какую-нибудь поставь. Чего не три подряд? Ты не идешь с нами в баню. Ты дома остаешься, Берг. Ты понял? Вы что, ему сказали, что он с нами идет? Что у него за истерика? Берти. Ты не идешь гулять, ты дома остаешься. Господи, Берг. Нет, ты не идешь гулять. Потому что сказал кто-то, что он гулять идет. Берг. Вот мои пупсики. Марусь, только обувь надень. Ой, а что это такое красное там было? Красота, банька, как хорошо на ночь, а? Банечка. О, вон наш чан. А что его еще не за... Для кого такой масянчик? О, класс. Как хорошо. Блин, запахи нереальные. Я просто рада, что у нас. Давайте я повторю. Нет, это не мне. В прошлом поколении. Цыганка. Тогда-то в молодости. Не смотрите на то, что я блондинка. Планирующий цыганка. Давай, Наташ, и как? Я все умею. Самое интересное, мы никогда не поняли, почему вы пришли. Я считаю, Наташа, какое отношение к бане имеет? У меня просто истерика. Я захожу в баню, а там Барвина песни поет. Лен, ну-ка давай, вставай сейчас. Лен Петровна. All I need is your love tonight. Хоп, хоп, хоп. Давайте. Ой, как хорошо. Отлично. Отлично тебе. Ноги привыкли. Да, ну вот сидите, какая красота. Пестками белых роз. Я наше ложе застелю. Ну хватит, кто-то вот, тише, тише, тише. Ой, красиво. Я люблю тебя до слез. Вот он, звезда. Ну хватит. Давай. Ю. Похую.
Вот мы тут обновочки смотрим у Маруськи. У вас есть такое среди детей? А Тея сидит и говорит, я тоже такое хочу. Вот что не купи, мы сегодня с Левой заходили в магазин, и Лев мне говорит, вот одной купишь, а второй чего ругается или нет? Ты ругаешься, когда я тебе что-то не покупаю? Девочек с 9, по-моему, до 15 лет. Очень приятная ткань. Утеплённый флисовый начёс и принты у них очень классные. Кстати, вторую надень тоже. Вторую надень, голубая, тоже прикольная. Такое хочешь? Mm-hmm. Да, это классно. И такие классные принты на водной основе. Видите, вот здесь вот покажи тоже. Своё собственное производство, называется «Лария». Этот бренд. Угу. Очень прикольно. Оформить заказ можно в интернет-магазине Wildberries. Я там заказывала. Не, ну там для пресса далеко, конечно. Но сейчас вот так. Вот у Азбуки вкуса не первый раз уже такая история, что ты покупаешь какой-то продукт, а он оказывается негодный. Ребят, вот как так получается? 25-е упаковано. Ну... Икра вообще, вот сказать, что она пахнет, это ничего не сказать. Вот что сегодня, ехать с этой икрой в Азбуку менять или что, я не пойму. Вот как вы думаете, законно иметь таких красивых и худых подруг, да? Мне кажется, что... Слушай, такой завтрак не готовила. И корочка как раз из Азбучки. Спасибо, Марина. Ладно, хоть кофе не просроченный, Марина. Хоть кофе нормальный достался. Я очень рада, что вы приехали к нам сюда.
Девочки, вот это средство, вот масло для роста ресниц и бровей. Ну, я честно скажу, для ресниц я не пользуюсь, я вам это говорила, потому что я ресницы наращиваю. Правда, если перерыв делаю, то пользуюсь. Что очень приятно, это средство недорогое, да, каждый может себе это позволить, вот так оно выглядит. Сделайте себе скрин, чтобы запомнить. И классно, что многие девчонки меня отмечали и говорили: Ксюх, спасибо огромное. И вообще рада всегда делиться с вами какими-то советами, которые полезны. Иногда я вам рассказываю про вещи там люксовые, которые дорого стоят. Иногда есть какие-то вещи, которые стоят недорого, но при этом виден результат. Всегда рада вам помочь. У меня история с джинсами продолжается, но просто я не могу понять. Ну, я же могу так пойти, ребят. Ничего страшного нет. Ну, типа, они мне сильно велики. Что такого-то? Ну, правда, уже не могу. Что, мне все джинсы... Под моими ногами ров. Кажется, как ты думаешь, Жень, я хорошо к тебе отношусь или нет? Очень хорошо, мы общаемся. У нас эти... моя птичка. У нас эти, как называется, гримерки рядом. Мужчина, вы в каком стиле катаетесь? Наверное, ты меня не помнишь. Наверное, ты меня не помнишь. Ребят, очень много вопросники задается вопросов по поводу успеха, как этого добиться, как чего достичь. На самом деле, вы понимаете, это должно быть какое-то внутреннее ощущение.
просто я сижу дома и хочу, чтобы мне миллион долларов свалился сверху. Ну, такого не бывает, вы сами это понимаете прекрасно, да? Это все вот на каких-то внутренних ощущениях. Вы должны понимать, что вы это достойны. Вы должны понимать, что у вас это будет. И, кстати, своих дочерей я учу этому же, чтобы они понимали, что для того, чтобы в этой жизни что-то добиться, нужно, безусловно, много работать и верить в себя. Я неоднократно рассказывала про Татьяну. Я вот сегодня посмотрела, и она в сторис как раз эту тему очень хорошо показала на схемах о внутреннем стержне. Она взяла и разложила там все по полочкам, просто бери и делай. И я во многом с ней солидарна, очень советую. Вот как раз посмотрите, обратите на это внимание. Мне, кстати, очень нравится рекомендовать вам аккаунты, которые вот созвучны с моими взглядами. Вот правда, если мне это подходит, я вам об этом скажу. Вот пока ты чувствуешь, что ты чего-то недостойна, что ты не в состоянии встретить адекватного мужчину, что у тебя никогда не будет работы мечты, что никогда не будет денег, вот тогда успеха не дождетесь. Ну, короче, читайте Таню, любите себя. Я ссылку на нее оставлю. Девчонки, давайте с вами сегодня поговорим про уход за лицом, да, и очень важно пользоваться скрабами, я неоднократно об этом говорила, но на самом деле иногда хочется что-то мягче, чем скраб, что-то деликатнее для своей кожи. И важно не только каждый день очищать кожу каким-нибудь мягким гелем, да, но и делать обязательно глубокое очищение. И вот тут вам на помощь придет от маскохода. Что мне не понравилось, она легко, очень легко ей пользоваться, плюс ко всему она подходит для чувствительной кожи. Вы знаете, мы живем в таком климате, у нас вечные проблемы с кожей. Значит, смотрите, вот высыпаете пудру, и дальше смешиваете с водой. И когда вы ее смешали с водой, видите, сразу, она очень-очень мылкая, прям совсем немного нужно. И дальше мы всю эту историю наносим на лицо. Сейчас мне неудобно перекрыть. После нее кожа, знаете, я вот люблю такой эффект, когда ты глубокое очищение сделал, как будто она скрипит. И сразу сужаются поры. И при этом кожа остается очень мягкой и гладкой. Подходит для чувствительной кожи, я уже об этом вам говорила, да? Смотри, не может догнать никак. Ты даже старым фильтром, не старый, как так получается, старый. Скажи, пожалуйста. Волосы все такие же остались, кстати. Просто потолок сел немного. Не поверите, решила попробовать этот фильтр и поняла, что я прям моя баба Галя. Как так получается, я не знаю, реально похоже. Как так вышло? А давайте вспомним песни 2005 года. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Я не могу без тебя, я все думаю о тебе.
самый-самый человек дорогой. Ты погасила свечи, загадала желание. Красивая любовь, красивые слова. All you can, all you can. You gotta take this life and live it. All you can, all you can. А, да ладно. А в какой момент? Это Маруся заставила признаться, да, Мар? А когда ты себя плохо вела? Сегодня вечером. А что ты делала? Иди сюда быстро. Что было-то? А что она сделала? Что ты сделала, что ты боишься рассказать? Ой, Тэй, не надо вот эту актрису мне тут включать, ладно? Тебя что, когда ругали за что-то? Да. За что? За что тебя ругали? Слова, а, а ты что, плохие слова говорила? У меня вот такие, что у меня такое лицо деревья. Чтобы меня за это ругали. Так расскажи. Давай, рассказывай, что за плохое слово ты сказала? Я не хочу. Плохое слово прям сказала? Я не хочу рассказывать. Маруся, что за плохое слово она сказала? Ну, допустим, Марка, я не буду рассказывать. Вам плохое? Я не буду рассказывать, я воевала. Мам, я не хочу. Нет, не буду. Нет, просто говори, скажи, что ты хотела сказать. Не надо меня снимать. Ну? Просто что ты хотела маме сказать? Что ты хотела сказать? Ты, ну хватит плакать, расскажи нормально. Вытри слезы. Расскажи нормально. Очень театрально вытерла слезы. Ну. Не хочу тебе рассказывать, не говорила. Иди на ушко, скажи мне это слово. Нет. Не надо. Прям плохое? Не надо. Почему? Мам, я больше не могу. За я тебя не за этим сюда отправила. Ну ты мне обещаешь, что ты больше не будешь говорить плохие слова? Обещаю. Точно? Точно. Светан! Она и не говорила. Не говорила? Написала. А, написала где? На листочке? Да.
убегай. Здрасте, убегай. Я никого не отпускала еще. Из зала суда. Ну, мам, я больше не буду это слово говорить. И писать. Да. Хорошо. А на какую букву хотя бы? Не скажу. Нет, скажу. Хорошо. А на какую букву хотя бы? Не скажу. Нет, скажи, на какую букву? Иди, я скажу. На какую букву? Иди, моя... Моя блатная женщина. Иди сюда. Ну, хватит. Все, романись. Больше не будешь, обещаешь? Обещаю. Все, успокойся, уже актрису включила. Лучше вот не плакать, а признаться нормально, подойти. Вот это на меня жалость. Не хочу этой жалости. Ты что, с дядьками на стройке работаешь, что ли? Нет. А откуда тогда такие плохие слова знаешь? Не знаю. Не знаешь? А дядьки на стройке, они вот так вот. Чу-чу-чу, макара? Чу-чу, макара? Нет, они как раз вот такими словами, как ты. Хоть это и литературное слово, его вообще нельзя произносить. Где ты его вообще взяла, это слово? Не знаю. Литературное? Литературное. А что, литература плохая? Нет, хорошая. Это из твоего рта все плохо звучит. Ну вообще, вот это дожили. Девочки, мне кажется, нам всем всегда интересно, что у мужчин в голове. Я вчера ночью прочитала все посты Андрея. Андрей рассказывает в своем блоге, как сохранить свои отношения, про мужские манипуляции, что немаловажно, и подскажет, чего хотят мужчины на самом деле. Новая пара. Как они катят. Потрясающе!
два настроения все время, да? Чистая мама. Что ты ешь? Ой, что ты смотришь? Кондитер. А, прикольно. Я люблю это. Кондитер тоже любишь? Ты не смотрела. Фонарики. Спокойно. Он может почувствовать страх. Кьюш, хотела бы такие волосы, как у Рапунцель. Ну хотя бы до колен. Рукав у нее нет. Почему? Каждый день мыть надо. Потом бегать неудобно. Согласна. Ты с этими, со своими не всегда справляешься, да? Пучки надо собирать. А я все время хожу с распущенными. Кто вчера тарелку разбил? Цитан, кто вчера тарелку разбил? Дорогую, красивую тарелку. А? Для десерта. Кто? Ты? Ты разбил? Ты разбил. Покупать пойдешь новую тарелку? Скажи мне. Пойдешь покупать новую тарелку? Света. А? Кто будет возмещать ущерб? Гражданин. Ты не будешь возмещать? Ты мой красавчик, красавчик. Кто маму любит, покажи. Бочонок мой, бочонок стал. Ты что такой бочонок стал? Бочонок, бочонок. Салам алейкум! Хорошая книга. Про что она, Мар? Там дети хотят в школу, там их закрыли и перевели в другую школу из-за того, что там якобы был ремонт, потому что пришла проверка, а школа была не готова, и они закрыли на ремонт. И дети все на каникулах скучают по школе и хотят в школу. Это какой-то анекдот, по-моему. Есть такое. Ты скучаешь по школе? Нет. У нас так хорошо, птички поют. Я сегодня проснулась с полным ощущением, что сегодня воскресенье. Кажется, сегодня понедельник. Ощущение, что воскресенье сейчас. Не обращайте внимания, это у меня прыщик скачал. Замазала. Ну что, надо идти одеваться на тренировку. Так хорошо. Хочется валяться. А вы там на локдауне все сидите, у нас есть возможность дома поваляться с вами. Поэтому не выходите и пробки на улице не создавайте, дайте спокойно доехать. Magic woman. Да. Какая моя? У меня неудобная, у меня без замка. Куда я беру эти резинки? Зеленые. Будешь жить.
А я еще писала, что он добрый, понимаете? Да? Забудьте про это. Самый злый день вообще здесь на льду. С этим локдауном и каникулами непонятно, как занять детей. Хорошо, что есть занятия онлайн. Отвечай. Отвечай, ты, Юль. Очень удобно. Очень. Сейчас все детки абсолютно сидят дома, да, никуда не могут пойти ни на танцы, ни на гимнастику. И очень хорошо, когда есть такие онлайн-уроки. Это очень актуально, пока все закрыто. Ну и, в принципе, вообще мы все время занимаемся. Ребенок занят интересным и полезным делом. Не приходится переживать, что пройденный материал забудется на каникулах. После каждого пройденного... После того, как они проходят уровень определенный с учителем, да, проводится контрольное тестирование. Я хочу напомнить своим подписчикам, чтобы промокод, который я сейчас оставлю, да, вы лучше заскриньте, чтобы его не потерять. Промокод Бородуля подарит вам 2 бонусных урока при первой оплате. Уроки не сгорают, их можно... Пока ребенок учит английский с учителем, вы можете уделить время себе, в конце концов. Мамочки, позаботьтесь о себе тоже. Выпейте кофейку в тишине, почитайте книгу. Просто решил не останавливаться. Под предлогом «это все деткам» называется. Как бы. Короче, что я хотела сказать, просто 6-й раз уже сториз записываю. Хотела забрать колонку. Хотела забрать... Развернитесь. Иди камеру на разметку. Хотела забрать колонку в магазине. Пришла, они говорят, ваш номер заказа, я дала заказ. Они говорят, QR-код есть? Блин, пипец, забрать заказ в магазин. Говорю, есть, отдала QR-код. Паспорт есть? Километра. А права есть? А деньги есть на колонку? Я говорю, есть. Все, отдала. Она говорит, ой, извините, это вы не на эту улицу. Это, говорит, не в нашем магазине у вас заказ, это в другом магазине. Человек успех просто. Блин, просто забрать вещи в магазине. Просто можно оплатить и уйти. Нет. А, еще маска есть, быстро наденьте на лицо. А еще прикол, меня все отмечают с этой капустой. Ребят, мне кажется, еще чуть-чуть и фуд-блогер. Фуд-блогер мне обеспечен, правда. Ну что такое, а? Как я так вот? Теперь все сделали из меня домашнюю курочку. Теперь вам рецепты вот сообщаю. Все. Или в прок солишь, спускаешь курок, или по вене поршнем гонишь. Дольче Габбана или Адидас Торшин, шелковый петушок или отчаянный коршун. Один или с друганами как Оушен, татуировщик в салоне или тюремный кольщик. Хорошую девятку или пешку трешку, крутишь бумагу или сыпешь ложку. Легавая гончая или бычком начерканная черная кошка. Увезешь на фарт или прибитая. Go straight, drink, bang, bang, bang.
я катаюсь с кем? Я катаюсь с гэнгом. Я был в Барселоне, мы там сверкали с Олегом. Сука, what's up? Чем дело? Не ебать, сука, если она не слева. Мои пачки весят много, не могу ходить. My life never beat, but it's slow-mo. И пьяный минор, они со мной. Мои мысли на дне, они соло. Все ушли, я один, это соло. My life never beat, but it's slow-mo. Тея, покажи язык. Это было на Хэллоуин надо было. Ну-ка, покажи еще раз. Это жвачка. Покажи. We got big stacks, no cap, no fat summer. Make tracks, make cash.